Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем готовить очередную вкусную закуску с лавашом. Это будет лаваш с плавленными сырками. Нам для этого еще понадобится вареные яйца, чеснок, укроп, естественно, лаваш, черный перец и майонез. Готовить очень быстро. Закуска, как всегда, очень вкусная. При выборе плавленых сырков обязательно обращайте внимание, чтобы это был именно плавленый сыр, а не сырный продукт. Иначе сырным продуктом вы испортите себе любое блюдо. Готовить такую начинку для лавашей очень просто и быстро. Плавленые сырки, для того чтобы их не подмораживать и не тереть на терке, я сейчас пропущу через чеснокодавилку. Это очень быстро и очень просто. Берем, разрезаем сырки на квадратики, на такие кубики, чтобы они помещались в чесночницу. И все. И начинаем их давить. Это намного проще и быстрее, чем на терке. И сразу же пропускаем через нее чеснок. Сразу же режем сюда и яйца тоже. И мелко режем укроп. Сейчас весна, будут частые выезды на природу, поэтому такие лавашики очень хорошо идут на природе под закуску. Очень удобно их с собой брать, не пачкаются руки. Ну и добавляем сюда майонез. И теперь нужно все хорошо перемешать. Перчим черным перцем и опять перемешиваем. Ну вот и все, начинка для лаваша готова. Также ее можно и отдельно использовать как салат или на маску для хлеба. Ну что, теперь все совсем просто. Берем нашу массу и намазываем на лаваш. Теперь берем его и аккуратненько скручиваем. Вот в таком виде ему нужно дать полчасика постоять, чтобы он хорошо пропитался. И все, можно уже резать и кушать. Делаются такие рулеты считанные минуты, но они очень хорошо улетают за столом.